Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня вяжем кардиган, вот такой вот с капюшоном, бомбер, кардиган, не знаю, кофта, как его назвать. Я вяжу внуку, не переключайте сразу, потому что мы будем считать, мы будем рассчитывать на любой размер, и этот мастер-класс, он будет для всех, то есть кто, как, женский, детский, подростковый, мужской, вот любой вы сможете связать. Связать я вот, так, вот такой вот кофточка у меня нужного размера, вот и вы будем вязать, то есть по образцу как бы и считать по изделию, потому что много у нас таких же, как я, бабушек, которые далеко, вот купите футболочку нужного размера и по ней будете считать. И получится у вас двойной подарок. У меня вот такой 62-68 размер. Но это размеры мы вообще не берем в оборот. Мы будем вязать как бы и считать на ваш размер. То есть вы на любой размер рассчитаете и легко свяжете вот такую вот красоту своим любимым. Неважно, большим или маленьким. Значит, я вяжу из Alize Baby Wool, шерсть и бамбук тут в составе, цвет 119, ну это я так ориентировочно, может кому интересно будет. И уходит у меня вот где-то 200 граммов, кстати, очень хорошо, хороший как бы выхлоп, 175 метров в 50 граммах, это значит, что 350 метров в 100 граммах, и всего 200 грамм, вот у меня ушло 2 мотка. И еще, это может быть даже и не 200, а 150 всего уйдет. Ну, вот приблизительно так. Пусть будет так, потому что у вас в любом случае будет своя плотность, свои спицы, своя пряжа. То есть никакой привязки ни на какие плотности в этом мастер-классе не будет. И спицы 2 мм. Я вяжу тоненькими спицами, чтобы оно было как бы, как взрослое, но в мини-версии. Вот такой вот у меня, в общем, такая задумка. Карманы будут. Итак, первое, с чего мы начинаем, сейчас я буду по порядку с вами. Это образец. Вот я связала образец с теми спицами, которыми я буду вязать пряжей вот с той плотностью. И образец я набирала 36 петель, и он у меня получился в ширину 15 сантиметров. Вот, основываясь на эту мою плотность, у меня будут все расчеты. Длину мы измерять не будем, то есть количество рядов это мы будем измерять по ходу в сантиметрах. Итак, беру я образец мой, вот мой образец, я прям обалдею от детских вещей, так как здесь вот, значит, и беру сантиметр и измеряю высоту капюшона. Смотрите, она у меня 22 сантиметра. То есть две высоты капюшона это 44 сантиметра. То есть весь капюшон в окружности. То есть вы берете свой и меряете капюшон. 44 сантиметра. Да, я думаю, понятно, что 44. Вот. Вот это вот величина. И считаю по нашей формуле, считаю 36 петель это 15 сантиметров, x петель 44 сантиметра, 36 умножаю на 44, делю на 15, получаю 105 петель. То есть это те петли, которые мне нужно набрать. Вот, я набрала 105 петель и вяжу пышной резинкой. Сейчас я вам сделала край, вот этот красивый. Сейчас я вам просто отдельно хочу показать, как я набирала петли, как я оформила этот край, хочу просто показать на нитках толще. Значит, набираете ваше вот таким вот способом. Вы считаете количество петель и набираете петли на капюшон. Вот как я буду сейчас считать все по ходу, вот точно так же вы берете свою вещь и считаете ее все за мной. Значит, первый ряд, вот чтобы сделать этот край, резинка 1 на 1. Самым простым способом я набрала петли, самым классическим, да, скажем так. Вот. Первый ряд я провязала резинкой. Второй ряд.
соответственно, первую петлю снимаем, изнаночную провязываем изнаночную, лицевую спицу правую вводим за вязание, поддеваем на левой спице лицевую петлю, снимаем ее, переносим вперед, одеваем и провязываем лицевой. Изнаночную просто провязываем. Лицевую снова поддеваем сзади, переносим, провязываем. Таким образом у нас получается такой красивый край изделия. Вот. Далее я вязала, сейчас скажу, сколько рядов. Ну, тут уже на ваше усмотрение резинка. То ли вы ее вообще не вяжете, можете начать с пышной резинки. Вот. Я провязала, сейчас скажу, сколько у меня рядов резинкой. Далее уже, это один ряд мы так делаем. И у нас получается вот такая вот красивая кромка. Ну, не кромка, а красивый край изделия. Так, раз, два, три, четыре, восемь рядов я провязала. И это у меня 2 сантиметра. Далее, сейчас я ряд провяжу и вам покажу эту. Ну, я думаю, пышную резинку вы все знаете. Вот все изделие мы будем вязать пышной резинкой. Вот. Она у нас вяжется, сейчас скажу как. Лицевая петля на ряд ниже. Вот. То есть изнаночную мы провязываем. Лицевую петлю вяжем не в петлю, как обычно, а вот на ряд ниже, то есть в петлю под петлей. Вот она дырка. Провязываем и снимаем эту петлю. Изнаночную обычно. Лицевую, вот она дырка под петлей, провязываем. И так и изнаночный ряд. То есть таким образом мы вяжем. Все наше вязание будет такой вот пышной резинкой. Здесь в изнаночном ряду то же самое. Здесь у нас, возможно, ну там на рукаве, если будет поворотный ряд, а может и не будет. Может мы сошли. Да нет, с поворотными. Я потом вам покажу, как, вернее, круговой ряд. Я вам потом покажу на изделии, как вяжется круговой ряд. Вот, на ряд ниже. Все время так вот, просто лицевая провязывается на ряд ниже. Итак, с образцом мы закончили. Значит, что мы делаем с капюшоном? Мы вяжем ровно, вот мои 105 петель, я провязала 2 сантиметра резинкой, потом перешла на пышную резинку. Беру свой образец и измеряю глубину капюшона. Глубина капюшона, это у меня 16,5, ну 16 сантиметров, давайте не будем... 16, как бы делить по пол сантиметра. Вот это вот первое наше действие. Мы определяем ширина капюшона. Капюшона. Второе действие. Глубина капюшона. 16 сантиметров у меня. Я делю на 3, это 5. В остатке у нас 1. Значит, 2 трети. Это я вяжу сейчас. 2 трети плюс 1, который у нас в остатке. И 1 треть. Это сокращение. Сейчас вы все поймете. 2 трети плюс 1, это равно... 10 плюс 11 сантиметров, то есть 1 треть мы поделили на 3, 1 треть это 5 сантиметров, здесь у нас одна величина, 2 трети плюс 1 11 сантиметров и 1 треть 5 сантиметров, это будут наши сокращения. То есть, что сейчас мне нужно сделать? Мне нужно вот эту вот глубину провязать 11 сантиметров. Вот это 2 трети плюс остаток, это глубина как бы капюшона до сокращения. Должно быть 11 сантиметров. Что у меня? 8 сантиметров. То есть, еще 3 сантиметра мне нужно провязать. Так, провязала я 11 сантиметров. Вот они мои 11 сантиметров. Теперь определяем середину нашего вязания. Значит, 105 петель, 105 минус 3, это мы будем провязывать по центру минус 3 петли, равно 102 петли и разделить на 2 равно
51 петля. То есть сейчас я провязываю 51 петлю. Раз, два. Сорок девять, 50 и 51. Так, теперь я 3 петли провязываю вместе изнаночной и далее вяжу следующие. То есть это вот эти вот 3 петли, это для всех величина 1, 3 петли вместе провязываю изнаночной, вяжу ряд до конца и следующий ряд изнаночный по узору. Так, вот я снова в лицевом ряду, я провязала изнаночный ряд, я вяжу до центра. Так, довязала я до центра, опять прошу прощения за машинку, и в центре снова провязываю вот это вот, которая была у меня провязана перед этим, она центральная, и по петле слева и справа от нее 3 вместе, чтобы она всегда оставалась 3 изнаночной, по центру эта петля. Далее это будет вот таким вот образом 3 петли. То есть этот ряд я довязываю до конца, изнаночный вяжу и в следующем лицевом вяжу снова 3 вместе по центру. Сколько вяжем? Вяжем вот это вот число 5 сантиметров, то есть 1/3 вот отсюда, сюда 5 сантиметров. Сколько здесь получится убавлений, не имеет значения. У каждого будет свое число, на это не обращаем внимания, просто в каждом лицевом ряду делаем эти убавления и вяжем до того момента, пока у нас не будет нужная длина этого, ну, глубина этого капюшона. То есть у меня в моем случае 16 сантиметров, не осталось 5 сантиметров. Так, девчонки, вот связала я капюшон, видите мои сокращения, даже не считаю, сколько их тут у меня, меряю 16 сантиметров. Далее что я делаю, я беру крючок, делю это все вязание. Определяем лицевую изнаночную сторону. На этом этапе это все равно. И лицевой стороной выворачиваем вовнутрь. Я просто смотрю по вот этим вот сокращениям, где мне больше нравится. Одинаково. Вот. Далее уже у нас будет видно, где лицевая, где изнаночная сторона. Вот на этом этапе вы можете выбрать, потому что бывает, что на этой вязке там где-то петелька спустилась, некрасиво выглядит. Поэтому сейчас просто определитесь. И вот так вот пополам я разделила там, где наши сокращения. И закрывать буду при помощи крючка по одной петле с каждой спицы. Сначала 2 провязываю, а далее это будет по 3 петли. Так, здесь у нас в конце одна лишняя, это та центральная. Вот они. И ее последнюю мы провязываем. Такс. Далее мы набираем петли спинки. Вот это можно продеть сюда в шовчик сразу же, чтобы потом не продевать. Что я первым делом делаю? Я считаю, ширину спинки, сколько мне нужно. Я беру свой образец. Вот такой вот капюшончик у вас. У вас будет свой размер просто капюшона. Вот. Теперь я меряю спиночку. Спинку здесь у нас вточную рукав
У нас же он будет спущенный, поэтому меряем вот по ширине спинки, не по плечу, а по ширине именно спинки, девчонки. И у меня это 29 сантиметров. Давайте 30 округлим. Зачем нам 29? 30 сантиметров будем вязать. И это, кстати, я вам скажу, оптимальная такая ширина на детские вещи. Я, допустим, буду вязать длиннее и длиннее рукав, потому что, ну, чтобы это было как бы носибельно хотя бы до года. Поэтому 30 сантиметров. Так, третий этап. Ширина спины 30 сантиметров. Считаем, девчонки. Ой. 30. А, ну что тут? У меня это, для вас это 36. Я формулу опять же повторю. X 30 сантиметров. Я считать не буду, потому что у меня образец 15 сантиметров. Это 36 петель. И 2 раза по 15. Это будет 72 петли. И плюс одну я добавлю для симметрии, чтобы начинался, заканчивался ряд либо на лицевую, либо на изнаночную. То есть у меня ширина спинки будет 73 петли. То есть при моем образце 15 сантиметров я сложила просто 2,36. 36 и 36. Так, теперь следующий этап. Посчитали мы, сколько нам нужно по спинке петель. Теперь мы считаем вот здесь вот кромочные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 44 петли. Вот, вернее, ну как, 44 кромочные. Что это значит? 44. Мы вот эти кромочные делим на 4. И у меня это получается 11. Вот красивое такое число. Если у вас такое красивое число не получается, то вы, соответственно, все, что остается, добавляйте сюда, в эту часть. То есть, что это значит? Что нам нужно от центрального шва отступить 11, вот по лицу. Сюда 11 и сюда 11 петель. 1/4 всех кромочных петель. Все остальное мы оставляем. Это значит, что нам мы всего из капюшона наберем 2 раза по 11. То есть 11. Вот, вот 11 и вот 11. И это 73 минус 22 петли мы набираем по капюшону. И третью петлю плюс 1, да, чтобы сравнять это все, мы наберем вот здесь вот из закрытых петель. То есть 11 будет до закрытия петель, 11 после, и одну мы наберем вот здесь вот, добавим. Так, это значит, что у меня остается 50 петель в остатке, которые уйдут на плечо. То есть 23 петли у нас пойдет по горловине капюшона, а 50 по плечам. И 50 мы делим на 2, получается, я такое делим по 25 петель. Что это значит? Мы берем нашу пряжу, наши спицы и набираем 25 петель. Прям воздушными петлями набираю. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Есть. Теперь мы присоединяемся к капюшону. Здесь отсчитываем у центра 11 кромочных петель. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Вот из 11. Я, господи, начинаю набирать из кромочных петель. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Вот 11 с этой стороны и 11 будет с этой, 22, и вот она еще дополнительная 23 петля. Теперь с этой стороны 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Все, по капюшону спинку мы набрали. Теперь вторые 25 петель. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Есть. Все, вот наши мои, вернее, 73 петли, у вас будет свое число. Теперь, девчонки, первый ряд вяжем резинкой 1 на 1. Потом выводим это все на пышную резинку. Другим способом не набирайте, потом будет красивее, когда вы присоедините переднюю деталь, она будет присоединяться из петель спинки. Поэтому сейчас... Просто вяжете резинкой. Неудобно, да. Так, первый ряд я провязала, и со второго ряда можно уже начинать делать вот эту вот пышную резинку. У меня первая петля изнаночная. Вы знаете, плохо оно делается. Давайте еще второй ряд с третьего ряда. Плохо оно здесь. Неудобно, поэтому не будем себя мучить. Я провяжу еще второй ряд, потом с третьего ряда начнем. Так, вот я провязала второй ряд. Давайте я вам покажу, вот это вот что у нас получается: капюшон и плечико. Остальное у нас пойдет вот так вот сюда, этот капюшон, на переднюю деталь. Все, теперь я вяжу этой полупатентной резинкой на петлю ниже и вяжу до проймы, то есть ровненько сейчас благополучно вяжу. Вот теперь смотрим, что у меня получается. Это у меня спинка. Контролируем по ширине. Все у нас совпадает. Теперь по длине проймы. Вот если брать от плеча, здесь еще не хватает. Сейчас еще так приложу. У нас будет тоже плечо вот так вот заходить наизнанку, так что ориентируемся так. И где-то еще сантиметрик мне нужно провязать. Маловато будет. Я надеюсь, вы поняли, какой сантиметр. Вот передняя деталь будет заходить на заднюю немного. Поэтому учитываем этот сантиметр. И все равно мне нужно провязать еще сантиметр. Так, девчонки, вот на этом этапе я довязала еще сантиметрик, то есть у меня это все сейчас досъем, девчонки, предупреждаю, не пугайтесь, потому что, как обычно, у меня теряются куски видео. Значит, здесь у меня довязано до проймы, вот видите, и провязано у меня 72 ряда, а в сантиметрах,
В общем, в сантиметрах я даже не измеряю, если честно. Это 72 ряда ориентировочно, там вы поймете почему, потому что передняя деталь будет длиннее. Это все будет. Нет вот конкретного сейчас куска с этими расчетами, которые я вам сейчас повторю, как я делала расчеты по полочке. Значит, что у нас далее? Четвертым этапом. Вот мы закончили на третьем. Ширина спинки, да, мы прикрепили капюшону 1/4 от капюшона с каждой стороны. Вот. И осталось у нас с каждой стороны по 3/4. 3/4 это у нас 33 петли. То есть кромочные, которые мы считали на капюшоне, вот эти вот 44, у нас осталось 3/4. То есть 33 петли. На планку я посчитала, планка у меня будет 8 петель. Вот 33 петли, мы отнимаем 8 петель. Остается у нас 25, у вас свое число. И теперь 1/4, вот она, 11 петель, которые мы присоединили. Вот набрали мы 25, присоединили 11, потом одна дополнительная, потом следующие 11 и 25. Вот 11 петель. Мы эти же 11 петель отнимаем. То есть здесь нам нужно будет их добавить, эти 11 петель. Отняли 11, и получилось у нас 14. Что значит эта цифра? Это значит, что мы сейчас вот по плечу, вот по плечику, начиная с этого края, вот этого куска видео нет, поэтому я вот так вот объясняю. Набираем петли, вот восстанавливаем все вот эти 25 петель. То есть, включая, начинаем мы с кромочной, достаю. Там второе плечо, там видео есть. Если что, перемотайте, посмотрите, если вам не совсем понятно. Ну, я думаю, понятно будет. Здесь привязываете ниточку и набираете 25 петель. Тем самым вы подходите к капюшону. 25 петель. И все набираете лицевыми петлями. Вот. Далее поворачиваетесь, это вы по лицу набираете, поворачиваетесь, провязываете изнаночный ряд уже по узору, то есть напротив лицевой вы вяжете лицевую, напротив изнаночной изнаночную, чтобы вот узор у нас совпал. Далее третий ряд, опять он лицевой, вы вяжете уже пышным узором, то есть второй ряд с изнаночной вы просто вяжете резинкой, а уже с третьего начинаете вывязывать пышный узор, то есть лицевую петлю под, ну, под петлю на ряд ниже. Когда у вас остается последняя петля, у меня она лицевая. Если у вас изнаночная, то значит изнаночная. В общем, по узору, как у вас получилось, как легло, так и легло. И вы эту последнюю петлю переснимаете, не провязывайте, переснимаете на правую спицу с капюшона. Поднимаете кромочную на левую спицу. Там дальше все будет. Это будет понятно. Это я просто так объясняю сейчас, чтобы было понятно последовательность. И поднимаете на левую спицу кромочную с капюшона. Одеваете кромочную, которую вы пересняли с правой спицы сюда. У вас получится две. Одна кромочная поднятая и одна вот эта вот кромочная с этого связания. И ее вы провязываете, и обе вот эти вот петли вы провязываете по узору вместе. У меня это две лицевые, вернее, лицевой петлей. Вот. И сейчас вы увидите, сейчас следующее как бы поднятие, оно будет уже снято. Вот именно этого куска нет, поэтому я так на пальцах рассказываю. Далее смотрите, вы все поймете. В общем, и всего вот, вот эта вот первая цифра, это всего 14 раз вот так вот нам нужно провязать в лицевом ряду две вместе, то есть последнюю и кромочную с капюшона, последнюю и кромочную с капюшона. То есть одна кромочная у нас соответствует одной петле, как бы, да, двум рядам. Значит, здесь мы вяжем 4, вот оно, ровно, видите, присоединение ровное идет. Это 14 моих, это первая цифра. Вот мы вяжем 14 раз. Сейчас дальше смотрим, все есть видео, девчонки, я еще раз прошу прощения.
И в лицевом ряду мы снова сейчас в конце присоединим капюшон. И считаем, 14 раз нам нужно присоединить. Ну и провязать их эти. То есть без добавления. У нас в работе все еще 25 петель. Мы ничего не добавляем и не сокращаем. Поэтому мы вяжем 2 петли вместе. Лицевая, переснимаем последнюю петлю, снова поднимаем кромочную, вот смотрю, где кромочная, а где петля, и провязываю их вместе по узору. У меня последняя лицевая, поэтому я провязываю их лицевой. Если у вас изнаночная, то изнаночная. Все, и вяжу я, пока у меня вот этих вот сокращений не будет 14 штук. Так, ушла я куда-то дальше, девчонки. Вот последняя, вот провязала уже даже 15-ю. У меня 14, да, вспоминаем. Теперь, девчонки, когда я вот считаю по вот этой вот кромочной, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Сейчас у меня 15-я. Что я с ней делаю? Я эту петлю теперь не переснимаю, а провязываю. А вот здесь вот я поднимаю петлю. Тут точно так же на левую спицу я кромочную поднимаю. Эту, значит, я не переснимаю, а провязываю. А эту поднимаю и провязываю по узору. Сейчас у меня изнаночная. То есть сейчас мы будем добавлять петли. Не провязывать, а добавлять. Изнаночный ряд просто провязываю. Сейчас еще раз покажу для уверенности. И добавляем мы сколько раз? 11. Вот второе, первое число. Теперь мы, вот как считали, двигаемся сюда. Это число у нас есть. Теперь вот это вот число. То есть 11 раз, 11 петель мы добавляем. Лицевой ряд. Так, вот теперь, вот смотрите, в конце ряда у меня лицевая, изнаночная, и следующая кромочная, лицевая, по узору. То есть после изнаночной у нас идет лицевая. И вот таким вот образом мы добавляем 11 раз. Сейчас у меня уже 2 раза, и еще мне 9 раз это надо сделать. То есть вот эту вторую цифру нашу. Так, в общем, смотрим. Вот я провела. Вот теперь смотрите, вот они 14, эти петель. То есть 14 кромочных мы подняли и вязали ровно. У нас не добавилось ни одной петли. Далее мы из каждой кромочной вывязывали по одной петле. И вот добавила я 11 петель. Это по моим расчетам. То есть 11 есть. Теперь у меня на спицах было 25 изначально и плюс 11, 36 петель. Вот. Если смотреть по спинке, по соответствию, давайте нарисуем вот такую вот схемку, то спинка у нас была 73 петли,
Сейчас мы вот здесь вот находимся. Здесь у нас 25 по плечу плюс 11. Здесь у нас перед планкой 36 петель. Вот эти вот, да? 25 плюс 11, потому что здесь у нас не добавлялись петли. И получается, что если мы свяжем вторую полочку, у нас будет те же самые 36 петель. Что это значит? 72 петли. Одну мы добавляли, помним, для симметрии. Одна петля не считаем, то есть здесь у нас 30. Если разделить спинку пополам, то это 36 и 36. Это я такую перепроверку делаю, чтобы вы вдруг что, чтобы ошибка. То есть здесь мы по капюшону добавляли 11, и здесь мы добавили 11. То есть то же самое число мы добавили вот здесь вот. Планка у нас как бы лишняя, то есть это на петли на планку. И вот я здесь нахожусь в этой точке, сейчас я добавляю петли, цепляю маркер, потому что я отделю планку. Сейчас нам осталось добавить вот эти вот 8 петель, и мы будем на исходных 33. То есть то, что у нас. Я тут, кстати, у меня ошибка получилась. Вначале у меня было не 33, а 32 петли. Это я, скорее всего, что ошибка была там далеко, когда я считала эти 44. 3, 4, 5. И я эту петлю последнюю достаю отсюда. Вот петли планки вяжем лицевыми петлями и в лицевом, и в изнаночном ряду. Последнюю петлю вяжем обязательно лицевой петлей, чтобы была красивая кромка. Значит, что еще хочу сказать, не вяжем никакой не резинкой планку, если вы хотите планку заменить на резинку, не надо, потому что полупатентная резинка, она меньше, как бы высоту она стягивается. То же самое делает платочная вязка. Значит, нам подходит в этом случае, вот на этом этапе, для этой планки, именно для этой модели, идеально платочная вязка, больше никакая, потому что будет несоответствие плотности в высоту, как бы, рядов этих, и будет деформироваться. Вот. Далее, что я хотела еще сказать, что если это девчачий кардиганчик-бомбер, то вы вяжете сейчас уже на этом этапе, сейчас мы на правой полочке, вы делаете петли для пуговицы. Тоже рассчитывайте. Я буду, допустим, потом уже делать на второй полочке, так произвольно, как на глаз, так скажем. Так, я, кстати, первый вязала кардиганчик малому. И Даша моя говорит: мама, много ты сделала дырок, так что... Смотрите, это маленькие дети, не надо много дырок, потому что долго застегивать они не любят. Я хотела как лучше, как красивее, на мой взгляд. Ну, в общем, не прокатило. Вот. Вот последняя петля в планке, лицевая. И теперь я вяжу, девчонки, вот таким вот образом. Это у меня уходит туда, то есть здесь нам нужно выложить, вот смотрите, красивое углубление, чтобы оно естественным образом легло, чтобы по спинке у нас тоже как бы был вырез. Уходит передняя деталь, то, что я говорила, на спинку. Вот. И сейчас я вяжу, чтобы сравнять со спинкой эту деталь. Я скажу, сколько, потом посчитаю, скажу, сколько у меня разница в рядах, в сантиметрах, где-то 2 сантиметра. Не больше, может, и полтора. Я еще буду вязать, я еще буду в процессе смотреть. Может, это я слишком много, загнула. В таком маленьком не надо так много. Сантиметр, полтора, и достаточно, да. Это я много перегнула палку. Вот, сейчас я вяжу, при этом вывязываю планку лицевыми петлями.
Итак, девчонки, что мы имеем на этом этапе? Значит, вот я посчитала по спинке. Я, конечно, с этой стороны нарисовала. Оно не с этой. Вот она моя спинка. У меня 72 ряда. По передней детали у меня 86 рядов. Вот от этого сюда, от плечика. Сейчас давайте теперь сопоставляем эту деталь. Смотрите. Вот он мой углубление на горловину. И здесь у меня сантиметр. Все. Для моего размера, я считаю, больше и не нужно. Максимально это для мужского большого размера 3 сантиметра. Это углубление по спинке. Больше не надо. И теперь я, кстати, здесь так прикинула. Если я не ошибаюсь, я потом соединять буду именно от этого клубка. Поэтому этот клубок я оставляю. И переходим. То есть, что мы имеем сейчас? Вот, правая полочка и спинка. Да? Понятно, я думаю. Теперь мы переходим к левой полочке. И левую полочку я начинаю вязать от капюшона. Отсюда. Значит, вот она моя первая петля. Мне нужно привязать нить. Я ее где-то отсюда привяжу. И набираю точно так же петли из каждой петельки, и должно у меня быть 25 петель. Последняя, 25-я. Так, теперь поворачиваемся, совмещаем опять узор по изнанке, пока вяжем лицевую, ну как бы резинку, вот лицевая напротив лицевой, изнаночная напротив изнаночной. Здесь мы будем присоединять. Сейчас все повторяем. Опять же, по вот этой вот нашей схеме. 14 петель. 14 раз мы присоединяем, провязывая вместе кромочную и кромочную, которую мы поднимем. То есть не добавляем, все время вяжем наши 25 петель. То есть эта полочка в зеркальном отображении. Теперь я их буду снимать, потому что получила втык, вернее, пару комментариев, что вы всегда говорите, как вторую полочку вязать в зеркальном отображении, а мы, новички, не знаем. Вот теперь буду показывать. Значит, последнюю петлю переснимаю на правую спицу. Здесь поднимаю кромочную. И здесь она у нас по узору изнаночная. Вот изнаночная я их и провязываю. То есть это у нас в изнаночном ряду. Присоединяем. На левой полочке, на правой было в лицевом. Повернули. Первую петлю снимаем. И вяжем уже пышным столбиком, пышным узором. Пышная резинка. Господи, все названия перебрала. Возможные и невозможные. И теперь вяжу. Сейчас еще раз покажу вам присоединение. Вот она, последняя петля. Здесь у нас на левой полочке изнаночная,
Так, теперь смотрим внимательно, поднимаем следующую кромочную. Еще раз покажу. Смотрите, чтобы не подцепить два раза одно и ту же. Возвращаем эту петлю и провязываем их вместе изнаночную. Так 14 раз. Так, ну вот, 14 рядов я провязала, 14 кромочных. Теперь снова то же самое. Вот эта цифра, теперь 11. Теперь вот сейчас я уже начинаю это делать. Теперь у нас кромочная переходит в петлю. То есть мы не провязываем 2 вместе, мы просто ее вяжем по узору. Из кромочной петлю добавляем. Сейчас у меня лицевая. И это опять же мы делаем на изнаночной стороне. Точно так же 11 раз мы добавляем по петле на изнаночной стороне. Итак, вот смотрим. Вторая полочка, чтобы было понятно. Я присоединила 11 петель. Сейчас я нахожусь в изнаночном. То есть, если смотреть отсюда, с изнаночного ряда, то это все точно так же, как и здесь. Просто здесь это все делается, все манипуляции в лицевом ряду, а здесь в изнаночном. Так, и здесь набираем все. Я сделала 11 и провязала еще ряд. И в этом ряду добираю 8 петель. Кстати, маркер. Добираю 8 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вяжу 2 ряда и со следующего сделаю, покажу вам петли. Итак, девчонки, петля. Смотрим. Значит, у меня здесь планка 8 петель. И петля у меня будет из 2 петель. Значит, я провязываю 3. Первую снимаю. То есть 3, 3 это 6. И 2 петли посередине. Я вот так разделила. И 2 провязываю. Далее, смотрите, вторую петлю я продеваю в первую. Снова возвращаю эту вторую петлю и снова вторую продеваю в первую. Таким образом мы закрыли 2 петли. Здесь я набираю это же рабочей нитью 2 воздушные петли и вяжу 3 оставшиеся. То есть в одном ряду мы и закрыли петли и восстановили. Вот она петля наша. Далее вяжем планку нормально. Кому непонятно, я оставлю ссылку. Ой. Под видео, чуть не начала вязать английской резинкой. Под видео в описании на этот способ. Там я с нюансами, где подтянуть, где затянуть, чтобы дырка была красивая и идеальная. Вот посмотрите, может вам... Да не может, точно будет понятнее. Ну и сейчас я вяжу, сравниваю вместе с этим. С этой планочкой вот можно посчитать по этим рубчикам, либо по боку ряды, и ровно столько же, сколько и там. То есть выравниваем. Мне нужно куда-то деть вот эти вот переснятия. Сейчас я провязала вторую полочку. Мне нужно высвободить спицу. Я пересниму здесь, кстати, нитку. Сейчас я вам все расскажу. Я обрезаю вот эту вот. Хороший метраж, я вам скажу. Я еще где-то 2 моточка у меня ушло пока на данном этапе. Не знаю. Ну, это 100 грамм. Не больше 200 граммов пряжи уйдет. Так. Значит, что у нас здесь? Как это все выглядит. Вот оно. Смотрит. Теперь вот эту вот рабочую нить я оставила здесь. То есть я буду вязать сейчас вот таким вот образом. Значит, вот эту детальку я буду присоединять. Потом спинку. Вот
присоединять, должно быть закончен ряд именно вот так вот, чтобы я дошла сюда, и здесь был узелок, то есть конец ряда. И точно так же здесь потом присоединю вот это вот и отделю все-таки полочку и спинку. Ну, полочки и спинку я отделю маркером. Если бы я не делала карманы, в том случае, если вы не будете делать карманы, вот решите вы без карманов связать, то этого делать не нужно. Но я, так как я хочу карманы, то я сделаю как бы разделение, чтобы потом не теряться, чтобы мне легче было считать. Просто сейчас соединяю в единое полотно и вяжу. Соединим вместе и какую-то часть провяжу. Я говорила, да, что я буду его немножечко удлинять, чтобы он был как бы немножечко на вырост, немного, максимально 5 сантиметров я удлиню, не больше, чтобы он тоже не был, и рукавчик сантиметров 5, не больше, и на этом остановлюсь. Ну, то есть с удлинением, увеличением. Так, что у нас тут? Сейчас мы посмотрим. У меня лицевая, изнаночная. Ага, мне здесь нужно убрать изнаночная. И следующая вот эта вот лицевая. То есть это две кромочные сейчас. Значит, не так. Две кромочные, видите, здесь лицевая начинается с лицевой, значит две кромочные я провязываю вместе изнаночной. Здесь вот этот сделаю узелок и цепляю маркер. Теперь вяжу спинку. Поняли, да? Одну петлю мы сократили. Можно добавить просто для того, чтобы узор совместить, можно сократить. Ну, то есть смотрите, как вам больше визуально нравится. В принципе, да, разницы нет. Вот он 1 сантиметр перелом. Так, здесь вот в конце тоже провязываю лицевую, цепляю маркер, а две кромочные провяжу вместе. То же самое. Две. Вот они. Чтобы совместить узорчик. И провязываю эти петли полочки. Теперь вяжу до кармана. Тут уже вы, если вяжете себе, если вяжете ребенку, либо по вещи меряете, где вы хотите разместить карманы от проймы как бы вниз. Я сейчас провяжу. Если у меня, допустим, вот такой вот джемперочек и будет длиннее, вот так вот где-то я еще провяжу сантиметров 7, наверное, да, провяжу, потом буду делать карман. Итак, девчонки, пришло время карманов. Что по карману? Сейчас я скажу, сколько я провязала. Ну, опять же, я мерила. Тут визуально уже больше не по изделию. Кстати, даже меньше, где-то 6,5 сантиметров я провязала. Беру дополнительные спицы, мне нужно. Вот у меня есть такие деревянные. Есть железные. Какие я возьму, я пока не знаю. Потому что они у меня растеряшечки, растерялись. Вот, кстати. В общем, пока хватит, а там разберемся. Значит, для начала считаем, девчонки. Значит, что у меня?
У меня полочка вот здесь вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Все правильно, 36 петель. Вот они у меня, я просто перепроверила. Так, значит, карман, полочка 36. 36 делим на 3. Это 12 петель. Плюс 1 петля. То есть я всю полочку делю на 3 части. Вот так вот у меня будет карман. 1 третья от ширины полочки. Я делю на 12. Но добавляю одну дополнительную петлю. Для чего? Для того, чтобы, допустим, карман у нас лицевой начинался, лицевой заканчивался, либо изнаночный. Это будет красивее. Это уже я, исходя из своего опыта, некрасиво, когда карман начинается с лицевой, а заканчивается, допустим, изнаночной. Нам это не нужно. Поэтому у нас карман будет 13 петель. 13. Одна часть будет 12. Здесь просто запоминаем. Сейчас мы по ходу посмотрим. Одна часть будет 11, потому что здесь вот эту петлю мы из одной части взяли и добавили сюда. Вот такое вот распределение петель. Теперь я вяжу здесь вяжу 12 пока. Посмотрю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот. И начинаем с изнаночной. Нормально, мне нравится с изнаночной. Так, вот эти петли я оставляю, беру дополнительную спицу и вяжу 13 петель кармана. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот то, что я говорила. С изнаночной начала, изнаночная закончила. И здесь должно остаться 11. Раз, два, три, четыре, пять и одна, 11. Все правильно. Вот эти петли пока я оставляю. Беру вот эти, которые мы отделили на вспомогательную спицу, и вяжу глубину кармана. Глубина кармана тут уже тоже, смотрите сами, как вы хотите. Ну, скорее всего, визуально определяйте, сколько вы хотите глубину кармана. Вот я вяжу вот эти вот 13 петель пока отдельно. Так, я провязала 20 рядов сантиметров. Это вот 5 сантиметров у меня. Но я повязу мини-версию, самую маюсенькую. Так, здесь я отрезаю ниточку и оставляю. Вот чем хороши эти бамбуковые спицы, что можно оставить, и она не выскользнет. Вот, привязываю здесь нитку и продолжаю ряд. Значит, здесь у меня так, сюда привязываю 11 петель до маркера, до середины, помним. От планки у нас 12 петель, от середины 11. У нас, у меня, у вас вы свое. Просто потом не перепутайте, чтобы одинаковый был карман. Нужно внимательно не перепутать. Я сейчас на схеме нарисую. Вот, смотрите, планку. Значит, у планки 12 петель, 13 петель кармана и 11 у бокового маркера. Так. Провязывая эти 11 петель, провязываю петли спинки.
Так, довязала до маркера, от маркера 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь 13 петель кармана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И все. Остаюсь я на этих 13 и вяжу тоже 20 рядов. То есть вторую заготовку вяжу на карман. Так, вот моя вторая заготовка. И видно, да? На кармашек. И теперь я вяжу эти как бы заготовочки. Они у нас остаются там. Привязываю. Здесь у меня ряд не довязан до конца. Я довязываю ряд до конца. И со следующего ряда мы уже будем это все дело соединять. Красиво. Так, здесь у нас 13 петель у нас карман, значит 13 петель нам нужно восстановить. И я набираю здесь, вот когда подошла к карману, 13 петель. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Соединяю это все с основным вязанием. Так есть. Так, вторая полочка, я подхожу. И здесь набираю тоже 13 петель вот, для кармана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, ой, куда я повернула? Сюда. Так, эти 13 и довязываю ряд до конца. Так, лицевой ряд следующий. Я провязываю по узору эти дополнительные петли. Резинкой, пока резинкой 1 на 1.
Далее вяжем до следующего кармана, то есть эти петли у нас включаются в работу, и мы их сейчас задействуем. Сейчас мы провяжем краешек, украсим этих петель. Дохожу я до второго кармана, тоже провязываю его резинкой 1 на 1 по узору первый ряд. Довязываю до конца и изнаночный ряд. Так, и здесь, когда остается вот последняя петля, у меня это изнаночная, я ее переснимаю. Вот смотрите, последняя петля, а далее идут петли кармана. Я ее переснимаю на правую спицу, здесь подцепляю кромочную, первую, это мы будем присоединять карман. Цепляю за одну ниточку, цепляю кромочную. В принципе, это все то же самое, что мы делали на капюшоне. Вот таким вот образом мы присоединяем и возвращаю эту петлю и провязываю по узору изнаночной. Вот. Далее провязываю петли планки. Подождите, у меня здесь лицевая, значит, здесь мы тоже перекручиваем эти петли, то есть оформляем край нашим способом, которым мы набирали изнаночная лицевую, цепляем сзади, переносим сюда, так, здесь смотрите, изнаночная, мы ее тоже переносим на правую спицу, подцепляем здесь кромочную за одну ниточку, возвращаем эту петлю и провязываем вместе изнаночной. Далее вяжем по узору до второго кармана, то есть здесь мы уже как бы карман начали пришивать за вот эти вот кромочные. Так, довязываем до второго кармана.
вот она последняя петля, изнаночная с основного вязания. Опять я ее переснимаю, подцепляю последнюю кромочную, вернее, она первая, да, кромочная, одеваю эту петлю и провязываю две вместе. Петли кармана то же самое, сделаю нашу отделку. Так, провязала, смотрите, оно уже вырисовывается красиво. Теперь изнаночную тоже переношу, первую поднимаю, одеваю на левую спицу, возвращаю и провязываю, господи, провязываю две вместе изнаночной. То есть присоединять карман мы будем в каждом изнаночном ряду. Лицевой ряд провязываем ровненько. В принципе, это можно и в лицевом присоединять. Это не так уж и принципиально. Так, лицевой ряд вяжем по узору. Петли кармана еще мы вяжем резинкой 1 на 1, еще один ряд. Далее уже будем с изнаночного ряда, мы уже будем их провязывать полупатентным, пышной резинкой. Вот тут просто еще, хотя уже в принципе-то и можно, наверное. Давайте уже прям. Да, оно уже как бы можно. Хотя для того, чтобы было стянуто, я думаю, может и надо еще провязать резинкой. Ну, в общем, смотрите, девчонки. Так, вяжу до конца. И то же самое еще раз. Вот он такой карман. Еще раз покажу вам с изнанки. Сейчас провяжу этот ряд до конца по узору. Потом вернусь в изнаночном ряду. Еще раз покажу присоединение. Так, изнаночный ряд снова. Так, снова я в изнаночном ряду, девчули. Сейчас покажу еще раз вам присоединение. Так, вот она, последняя петля. Оно будет видно, куда присоединяется. Значит, я ее переснимаю на правую спицу. Здесь следующая кромочная. Вот она, видите, вот это прицеплено. Вот она, следующая. Вот за этим очень важно следить. Следующая, и возвращаю и провязываю. Здесь вяжу по узору эти петли кармана. Снова вот она, изнаночная петля, за которую я цепляла. Смотрим здесь, видите, вот здесь вот, вот подцеплено. Значит, нам нужна следующая кромочная. Одели, вернули эту изнаночную, провязали вместе изнаночную. Все, поехали дальше. Вот так вот передвигаемся по кромочным и присоединяем наш карман. Девчонки, на этом этапе, вот когда присоединили все ряды, вот оно наше
осталось как бы только на спице. Я еще, кстати, провязала два ряда в холостую, потому что сейчас я вас присоединю, потом объясню уже на примере, что не так у меня в кармане. У вас же должно быть все так. Это у меня не так. Сейчас мы присоединим этот карман. Я вам расскажу. Просто я, когда вязала мешковину, обратите внимание на это обязательно. Что отдельно деталька будет длиннее, чем это все выглядит в изделии. Поэтому считайте высоту кармана вот здесь, вот в изделии, а не на этой детали, вот, да, как я посчитала. Поэтому у меня, что из этого как бы вышло, у меня деталь короче, чем я бы хотела. Вот. Так, подождите. Изнаночная. Первое. Значит, у меня здесь изнаночная петля и здесь изнаночная. То есть я подошла к карману и я беру две петли, одну из основного вязания, одну дополнительную, и по узору, совмещая узор, провязываю вместе. То есть я переношу из основной спицы на дополнительную, а провязываю это все по узору. То есть сшиваю, да. Здесь, конечно же, под петлю мы не вяжем лицевую. Это единственный ряд, где мы не вяжем. Вот. А как у меня это детское изделие, то я думаю, что с карманом как бы ничего страшного, что он маленький. Ну, хотелось бы глубже. Хотя в детских вещах они такие малюсюсенькие, декоративные, может и нормально. Сейчас посмотрим в изделии, если что, я довяжу еще как бы планку. Ну, хотя вот он получается такой карман. Смотрим. После полной комплектации. Так. Вот. Присоединили. И далее вяжем. Либо переходим уже на резинку, либо еще основной вязкой. Вот что я имела в виду, что он мелкий. Потому что деталька-то у меня вытянулась, и я думала, что это будет вот так вот. А это оказалось вот так вот. Поэтому я либо оставлю так, это мы еще с Дашей решим, либо довяжу резинкой вот такую вот планочку и уголочки пришью. В любом случае, если буду довязывать, то я вам об это покажу. Вот, я еще решу. Значит, сейчас я еще чуть-чуть совсем провяжу по пышная резинка, а потом перейду на резинку 1 на 1. Так, девчонки, тут понятное дело, что я довязала резинку. Вот смотрите, прошу прощения аж за такие досъемочные процессы в таких условиях. Вот. И закрыла петли. Я вам покажу на рукаве, как я закрыла петли. В общем, довязала эту длину. Ну, я, в принципе, это, девчонки, подгоняла под длину под петлю, чтобы сказать правду. У меня это получилось так, что я подгоняла под петлю. Так, вот он мой оригинал. Сейчас я приложу, как у меня длина получилась. Ну да, это же еще без стирки, без ничего. Вот. Пока это на 3 сантиметра, смотрите, у меня длиннее. Ну, еще постирается. Понятное дело, что эта вязка вытянется вниз. Карман мне не нравится, поэтому буду довязывать планку. Ну, то есть наберу петли на вспомогательную спицу и довяжу еще сюда вверх резинкой. И бока пришлю. Пришью, наверное, не буду цеплять, чтобы не... А может и подцеплю. Ну, в общем, к карману мы еще вернемся. Сейчас у меня... Насущные спицы 5 миллиметров.
Ой, боже, 5 спиц по 2 миллиметра, точно так же, как и основная деталь. То есть те же самые спицы. И я набираю по пройме. Значит, таким вот образом первый ряд лицевыми петлями все. Ну, 2 петли через одну. Что это значит? Это значит, из двух кромочных я набираю петлю. Раз, два. Два. Одну пропускаю. Далее следующая кромочная. Вот, одну я пропускаю. Следующая. Раз. Два. Одну пропускаю. То есть каждую третью петлю я пропускаю. Вот так вот набираю на 4 спицы. И примерно смотрю. Так. Тоже, наверное, много. Беру следующую. Пропускаю. Раз. Так, набрала я петли, и первый ряд я вяжу, вот смотрите, по кругу на носочные спицы. Вы вяжите, если у вас есть эти короткие спицы, либо сделайте со швом, кому как удобно. Я вяжу первый ряд резинкой 1 на 1. И теперь пышная резинка, девчонки, по кругу. Значит, первый ряд вяжем как обычно, лицевая петля на ряд ниже. Изнаночная просто провязываем. Лицевая на ряд ниже. Здесь плохо видно, но оно потом восстановится. Так, и второй ряд мы вяжем и изнаночную на ряд ниже, то есть лицевую. Это круговое вязание пышной резинки. Лицевую мы провязываем, а изнаночную, смотрите, не нормально, а на ряд ниже. Вот, я продеваю на ряд ниже и провязываю точно так же, то есть вот не в петлю, а на ряд ниже, и вяжем рукав, делаем сокращение, понятное дело, классические. Я так думаю, что здесь вот, ну как классические, 3 петли вместе провязать как бы по низу рукава в каждом 10 ряду. Ой, когда довяжу, я покажу вам, как я делаю эти сокращения. Так, девчонки, вот смотрите, видите, я сделала уже одно убавление, 3 вместе провязала. Здесь не получится по 2 вместе вязать. Разделила я на 3 спицы, мне так удобнее, чем на 4. 3 спицы как раз шикарно. Убавление, сейчас я скажу, в каждом 12 ряду, это мой расчет, как бы в каждом 12 ряду, такой вот самый оптимальный для этой вязки такой. Вот.
и вот маркером отделила начало ряда. И вот смотрите, теперь мне нужно переместить маркер сюда. Сейчас покажу. Ой, зацепила. Значит, это начало ряда, и вот было мое убавление. Здесь 3 вместе я провязала. Это была изнаночная, лицевая, изнаночная, по узору изнаночная. Сейчас у меня по узору лицевой. Вот 3 петли вместе, лицевой по узору. То есть по одной петле сокращать не получается, потому из-за узора. Вот, чтобы 2 там лицевые или 2 изнаночные не были. Вот видите, здесь 3 вместе, через 12 рядов здесь 3 вместе. Теперь еще через 12 здесь будет 3 вместе изнаночные. При этом вот это вот будет центральная, 1 изнаночная отсюда, 1 отсюда перенесем маркер сюда. Вот и так вяжем до нужной нам длины. Резинку тоже определим. Так, вот если смотреть на рукав, что я сделала. Я связала, резинку связала. Тут уже, конечно, тут уже что тут объяснять? Да ничего. Вот мое сокращение. Корявенько получается у меня. Слепая, вечером вчера вязала. Закорявилась всю. И закрываю я, низ закрывала. И вот рукав закрываю, показываю каким способом. Он довольно-таки эластичный. И для резинки, для закрытия резинки, я считаю, то есть провязываем петлю по узору и одеваем первую на вторую. Снова провязываем и одеваем. Вот такой получается сейчас здесь еще. Видите, вот он такой, как змейка получается, и достаточно эластичный для резинки. И что самое важное, он встает на место, потому что если закрывать классическим способом, то оно некрасиво, резинку некрасиво закрывать. Вот он. Так, что еще хотела показать? Что еще? Блин. Карман. Вот я как бы набрала еще петли. Так, карман хотела. Вот я набрала петли. Вот по одной петле. Ну, соответственно, напротив. Еще добавила 2 кромочные, чтобы уравнять. Вот провязала резинкой. И теперь просто иголочкой прищу. Хотя можно было привязывать. Вот. Вот. Но я почему-то так. То есть, это... Вот, и теперь я вот это вот дело пришью. Хотя надо было привязывать, девчонки. Ну да ладно, это моя ошибка, девчонки. Вы изначально вяжите лучше карман, изначально просто глубже и считайте по основной детали, вот глубину кармана. Это моя ошибка, я ее озвучиваю. Вот вверх бы был, вот карман бы был вот такой вот, имел бы такой вид, ну вот глубже. И оно бы было совсем по-другому. Моя ошибка, озвучиваю, учитывайте эту мою ошибку. Ну, в общем, сейчас довяжу, пришью пуговички, обработаю, покажу вам конечный результат. Так, вот моя, девчонки, сверху оригинал. Тут видно, что по ширине у меня все хорошо. Понятное дело, вязка другая. Вниз у меня длиннее где-то на 3-4 сантиметра. Тут же самое, около 4-5 сантиметров длиннее рукавчик. Вот, пряжа у меня осталась, поэтому я решила, что в любом случае рукава можно довязать. Это не проблема. И вот такой вот кардиган у меня получился в итоге. Вот он, девчонки. Так что... Вполне себе реально попасть на любой размер. Вполне себе реально связать на любой размер. Вот чуть-чуть у меня, конечно, неприятность с карманами. Ну, да, я думаю, я вам объяснила, вы ее вовремя исправите. Вот. Неприятность случилась только у меня. Все, девчонки, вяжите. Вяжите своим любимым, вяжите своим деткам. Несложные расчеты, я думаю. Все всем понятно. Вот. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.